Ну что, дорогие друзья, я вас приветствую на своем канале Максим Сарунчук. Вот и настал конец года 2022. Что я хочу сказать этому году? Ну, с порыбалочки, ну так себе, вы же видели с этой ситуацией. Так старался выезжать почаще, чтобы вам было приятно, мне было приятно. Конечно, это все благодаря вам, друзья мои, подписчикам, зрителям, за прекрасные комментарии. Без вас бы никак, и канал бы не развивался бы. Что я хочу пожелать? Ребяточки, дай Бог в 2023-м. Надеемся, будем чаще видеться. Но одно хочу чисто от души пожелать вас всех с наступающим еще Новым годом сегодня же, 31 декабря сегодня, друзья. Пожелать этому году здоровлечка и мира. Мира над всем миром. Чтобы было все благо в нас всех. Хорошо, чтобы было. Самое главное, всем родным желаю, зрителям, всем, друзья мои, телезрителям, пожелать крепкого здоровлечка. Дай Бог, в следующий году больше-то почаще будем выезжать, конечно. Ну что, друзья мои, всех еще раз с наступающим Новым годом, рыбаки и рыбачки мои. В следующем году, надеемся, почаще будем по-любому видеться. Всем пока, всем здоровьечка. Еще раз с Новым годом, друзья мои.